Привет, друзья! Находимся 5-й день тестирования в России. Все 4 ракеты пролетал с огромной температурой. И сейчас я скажу общий план того, что в коалиции происходит. А тут происходит история. Начинаем бизнес, значит, да? Смотрите. Люди из Белоруссии, с Украины, Казахстан, Россия. То есть пока тренинг не подходит, лучше не начинать. Люди, которые заработают от 1000 долларов в месяц. Я думаю, комментарий тут излишний. Спасибо. В архиве там много тренеров, можно посмотреть, все записывать.